spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена обновленная серия кастинговых удилищ от популярной компании Zemex. Это линейка Ultimate, но с приставкой Professional Edition в названии. Она может применяться как для береговой ловли, так и с лодки. Пригодится и для джига, и для твичинга. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 762M. Ultimate Professional Edition на данный момент включает в себя всего две модели. Так что перед нами имеет длину 229 см и относится к классу Medium с тестом от 7 до 28 граммов. Вторая модификация в размере 213 см рассчитана под приманки весом от 15 до 56 граммов и обозначена как Heavy. Вся необходимая информация нанесена в районе комля. Здесь же мы видим тест по леске, указанный в либрах. Бланки изготовлены по фирменной технологии Yami Fiber System с патентованной комбинацией Small Nano. У них двухчастная конструкция со штекерным соединением под названием Z-Joint. Строй заявлен как AstroFast, то есть сверхбыстрый. За счет применения технологии HST достигнуты высокие показатели чувствительности и резонирующие свойства. Серия оснащается облегченными кольцами Korea Guide с противозахлестной формой. Кстати, за счет их увеличенного диаметра и более тонких вставок появилась возможность применять линейку при низких температурах. К тому же такая фурнитура позволяет использовать лески любых видов – монофил, флюорокарбон или плетеный шнур. Хукипер не предусмотрен. В линейке установлен катушка-держатель с верхним расположением прижимной гайки. Она стилизована под карбон и надежно фиксирует мультипликаторную катушку. Как и полагается кастинговой версии, внизу мы видим специальный курок, называемый триггером. Он обеспечивает правильный и максимально крепкий хват удилища. Для большей тактильной чувствительности предусмотрен открытый участок бланка. Масса, в зависимости от конкретной модели, составляет 134 или 147 граммов. Сравнительно небольшой вес достигнут за счет того, что рукоять выполнена в разнесенном варианте. В качестве основного материала при ее изготовлении использован практичный этилен-винилацетат, или сокращенно EVA. На торце мы увидим butt cap, где изображен логотип производителя – компании Zemex. Для хранения Ultimate Professional Edition предусмотрен надежный чехол из плотного материала. Снаружи нанесено наименование серии и артикул конкретной модели. Это двухсекционный футляр с клапаном на текстильной застежке. В одном отделении размещается комлевая часть удилища, а в другом – вершинка. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.